Минсельхоз сообщает, что в России нет предпосылок к возникновению дефицита овощей. Импорт продукции из основных стран-партнеров идет стабильно и без перебоев. Также для дополнительного обеспечения потребностей внутреннего рынка Минсельхоз обнулил импортную пошлину на овощную группу до 30 сентября. И совсем недавно люди, испугавшись дефицита не только на овощи, начали скупать сахар и крупы. В правительстве сообщили, что сахара на складах около 2 миллионов тонн. И его хватит до нового урожая. И еще в продолжении темы. В российских магазинах снова переписали ценники на популярные товары, но на этот раз в сторону уменьшения. Так, офисная бумага подешевела на 30%, подгузники на 17%. Все это связано с тем, что раньше сырье было наполовину европейским, но теперь производители перешли на отечественное, китайское и турецкое. Проблем с этими товарами в настоящий момент не ожидается.